Всем привет, друзья! Вы на канале Sky Top Games, и это небольшой гайд на то, если у вас в The Isle Legacy показывают лишь китайские сервера и какие-то еще иностранные непонятные. Итак, давайте сразу обозначу, что в ролике будет сказано именно про поиск серверов Age of Dina. Как мне сказали, что данная проблема идет с того, что идут дудосы на некоторые сервера. Есть множество различных гайдов на эту тему, но в этом гайде я скажу лишь два варианта, которые 100% будут рабочими. Первый и самый простой, то что мне сказали, это полностью снести игру и переустановить ее заново. Да, как бы это тяжело для вас сейчас не звучало, удаляете полностью игру, переустанавливаете, и все будет тип-топ. А второй — это подключение к серверам Age of Dina Survival по прямому IP. В описании под нашим видео будут прописаны все IP всех пяти серверов Age of Dina. Так, собственно, давайте я покажу вам, как это делать. За помощь в решении проблемы я выражаю огромную благодарность своему подписчику Владу, он же Fiji4. Заходим в свой Steam аккаунт. Далее мы нажимаем «Библиотека», жмем «Домашняя страница» и ищем здесь, где у вас установлена игра The Isle с левой стороны. Жмем правой кнопочкой мыши, на нее нажимаем «Свойства», то есть мы уже, допустим, скопировали Connect на второй сервер Age of Dina. Просто вот здесь в параметрах запуска вставляем его. Мы вставили, далее вам ничего не надо делать, просто закрываем это все, и далее просто запускайте игру. Мы ждем запуска игры. Далее нажимаем «Играть», и у вас должно автоматически перекинуться на второй Age. То есть мы выбрали именно второй Connect, и мы должны автоматически подключиться на второй сервер Age of Dina. Давайте проверим. Да, как видите, мы на втором сервере Age of Dina. Давайте попробуем подключиться также к первому серверу Age of Dina. Мы копируем первый Connect. К сожалению, вам сейчас это может быть не видно. Домашняя страница, The Isle, свойства и параметры запуска. Вставляем второй Connect. Все, закрываем. И запускаем наш The Isle. То есть сразу вам обозначу, что, возможно, вы не с первого раза сможете зайти на сервер. У вас может быть выскакивать какая-то ошибка, либо вас будет выбивать. То есть пробуйте постоянно. Со второго, с третьего раза вы обязательно зайдете. Так, ну давайте посмотрим. Первый Age of Dina. Если вы играете на каких-то других серверах, ребят, я не знаю, спрашивайте, ищите в Дискорде данных серверов их прямой IP. Ну а так, как я и говорил, ребят, вам полностью нужно снести The Isle. Да. По крайней мере, вот этот вариант и переустановка игры одному моему подписчику, они помогают. Как мы видим, мы на первом Age. Я не знаю, с чем это связана проблема, но, как говорят, что это дудос. Что же, надеюсь, что гайд вам понятен. Если что, пишите в комментариях, пишите свои варианты, потому что игроков очень много, и вопросов данных поступает сейчас в данный момент очень много. Будет полезно, если вы поделитесь своим советом в комментариях. А также вступайте в наш Дискорд, ребят. В общем, всем хорошего выживания.